Под программу благоустройства городской среды до 2022 года в Забайкальском крае попадают 42 населенных пункта. На ее реализацию из федерального и краевого бюджета выделили почти 240 миллионов рублей. Среди обязательных чита и 8 поселений, а также районные центры. Мы решили, что должны поучаствовать в этом году в обязательном порядке административные центры районов, районные центры. Вот. Есть у нас 3 района, в котором нет административных центров. Это Читинский район, Петрово-Забайкальский и Огинский. Там были по предложениям органов местного управления выбраны по одному населенному пункту и также включены в перечень получателей. Огинский район – это село Митхаша, Читинский район – это поселок Атамановка и Петрово-Забайкальский район – это село Балига. В Краснокаменске, Борзе и Чите место для благоустройства будут определять жители путем голосования в день выборов президента 18 марта. В краевой столице из 10 объектов читинцам нужно будет выбрать 2, которые будут благоустроены в течение ближайших 2 лет. Остальные территории облагородят в период действия программы до 2022 года. Проекты по каждой из них, например, по площадям Ленина, Труда и Театральной, читинцы смогут посмотреть на сайте администрации города уже 1 марта. На реализацию программы в Чите направлено 64,6 миллиона рублей. Валерия Афанасьева, ЗАБ-ТВ.